что приведет? Ну, в первую очередь это Донбасс, понимаете? Здесь самые трудолюбивые люди. Вот я здесь и выучилась, и работала в Донбассе, именно в Донецке. Это самый красивый город. Именно трудолюбие, именно стойкость наших людей, стойкость наших мужчин и женщин, конечно, приведет к победе обязательно. Мы в этом не сомневаемся. Что? Я вообще не считаю эту нацию за людей, простите меня. Штаты. Ну, вы же прекрасную историю знаете. Где-нибудь. Они воюют, и, собственно говоря, вот это свое богатство, все у них откуда? Потому что войны, сплошные войны. На людей им просто наплевать. Потому что что можно сказать этой нации? Потому там что все начало с той торнадо стороны. Штаты, НАТО. Евросоюз уже опозорился до такой степени, что дальше некуда. Нормальные люди были и Франция, и Германия. Что это теперь? Тем более никто ж не разбирается, что войну начала. Украина позорно, без предупреждения. Турчинов, может, помните, не устраивайте. Да? А все Россия, 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 Россия. Слышите? Россия никогда ни одних войн не начинала, но всегда побеждала. А мы русские, понимаете? Мы в России. Спасибо.